Йохоу! Всем привет, друзья! Сегодня мы сделаем обзор отеля Stella Elite в Сиде, поселок Мановгат. Конечно, тематика канала у меня совершенно другая, но вот мы ездили отдыхать в конце мая, в 20-х числах, посетили этот отель и сделаем такой обзорчик по отелю, так что смотрите. В лобби отеля находится круглосуточный бар, где можно выпивать алкогольные и безалкогольные напитки, кофе, чай, сладости к чаю. Бегло пробежимся по самому отелю, по территории отеля. Отель сам громадный, территория недостаточно большая. Имеется один бассейн, также там на бассейне есть Боревич. Давайте просто посмотрим и продолжим дальше. Кстати, концепция отеля 16+. Ну вот сейчас ночь, вот такой холл. Вот эти слева номера у нас с видом на море, на территорию. Вот эти справа более дешевые на город. Сколько у нас этажей? Много. Так, в номер мы уже, конечно, заселились. Вот такой вот просторный новый отель. В марте только открылся, все новое. Везде электроника, сенсоры. Вот нам такую вот экспозицию создали. Телевизорище здоровое. Не, на самом деле там в виде это зеркало якобы, а там телевизор маленький. В принципе, можно включить. Каналов российских почему-то очень мало. Развлекательных. Даже включу, посмотрим. На размер по факту. Вот он примерно. В основном местные каналы, много украинских каналов, российские, там два канала всего лишь показывают. Очень много заблокированных каналов, такие как ТНТ, СТС, ну и подобное. Все новое, все просторное, куча шкафов, сейфы, холодильник, мини-бар, все там бесплатно пополняется, уборка, кондиционер, все работает, все новое, все шикарно, все отлично. Ну то есть маленький такой размер, душевая кабина. Зачем так сделано? Подглядывать, кто как мог, яйца или что-то там делать. Так, забыл отметить, что также предоставляются, значит, халаты в номере для посещения спа-центров, сауны бесплатной, шлепанцы такие местные с логотипом Stella Elite, название отеля. Вот так вот еще полотенца пляжные предоставляются, можете с собой не тащить их. Каждый день можно менять, можно там в течение, там несколько раз даже менять наверняка. Так что с собой полотенце можно не тащить, тапочки не тащить, уже меньше веса. Ну, санузел снимем, пока его не разложили вещами. Постараемся издалека. Все чистенько, красиво. Принадлежности. Это я. Есть фен. Кстати, так, что у нас там? Какие-то наскальные надписи. Унитаз. Душевую кабину. Кстати, застекленная куча полотенец, как положено, для пятерки. Не знаю, мне тут
пообширнее, по объеме это посмотреть. Ну, все чисто, все красиво, отель новый. О, там кто-то есть. А как ты? Зачем ты подглядываешь за мной? Нифига себе, а как я мыться буду теперь? В общем, такой масштабный. Чисто, красиво, приятно находиться. Чаек, водичка, все бесплатно. Чай, кофе, мофы. Холодильник, холодос. Все бесплатно. Напитки, вода. Кола, фанта, манго. О, пивас. Бесплатно. Ну, маленькая емкость. Такая красота. Ну что, пойдем посмотрим в окно. Что у нас в окно? В окно. Вид на бассейн, территория. У нас отель вторая линия или третья. Номер с видом у нас, кстати, на море. Сейчас посмотрим, где у нас море. Вот соседний отель. Очень шумный. Бассейн. Так, вот, вот там, наверное, море. Да, вот, с видом на море у нас. Море-то видно по факту. По факту-то море видно. Морюшка, морюшка, идем к тебе скоро. Полотенцесушитель. У нас на балконе так находится. Посидеть, покурить, посмотреть на море, на закат. Закат видно будет, кстати. Ну что, сходим на море, посмотрим. От отеля вот по таким хрущобам ходит бусик до моря. Предпочитаем ходить пешком, ну, минуты 3, наверное, 5. Вот оно море, вот он слева пляж, бар наш, бар отеля. Там за бугром уже отель видно, в принципе. Идти, ну, минуты 3-5, наверное. Интереснее все-таки пройтись немножко. Также курсирует этот автобус. Пора бы и покушать, пойдем. Главный ресторан находится на минус первом этаже. Дегустируем коктейльчики. С левой стороны диетическое. Как вы можете видеть, что разнообразие еды зашкаливает просто-напросто. Курица, говядина, баранина,
рыба, красная рыба. В общем, устроить праздник живота не составит труда. Можно выбрать продукт, который для, при вас сразу приготовят. Видели вы авторские блюда от шеф-повара. Ну, не говорим уже там про картошку, рис в разных исполнениях. То есть голодным никто никогда не останется и не оставался бы. Вот примерно так выглядят авторские блюда. Нужно брать, пробовать, что-то там понравится, не понравится. На вкус и цвет, товарищи, нет, лично нам все было съедобно. Что-то даже вкусно, что-то невкусно. Пришлось собрать большую тарелку, потому что захотелось сразу попробовать много всего. Морепродукты, ну, рис, макароны, понятно, курица, понятно, гриль, рыбные, креветки. Надеюсь, потом более узнаем концепцию вкусноты и уже будем конкретно какие-то блюда выбирать. Пока так. Еще об одном бар-кафе, кафетерий, скорее всего, там можно отведать мороженое разное, попить кофе, варят кофе с печенюшками, со сладостями, посидеть можно на улице, подышать. Ну, перейдем, наверное, к анимациям, какие проходят анимации каждый вечер. Что-нибудь, да, показывают. You can find us here.
также развлекали себя сами, как могли. Ну а теперь сходим в спа. За стеклом спортзал. Комплекс саун с бассейном. Расположены три сауны. Ну вот, финская баня стандартная. Кстати, температура неплохая, там градусник 75 градусов показывает, сухая сауна. Это я тут расположился. В хамам пойдемте сходим. А это, друзья, турецкая баня, хамам так называемый. Всем привет, всем привет. Кузика погреем, косточки погреем. Ну там вон еще помещение, идите туда, туда сходите. Итак, друзья, кому видео понравилось, ставим лайки, кому не понравилось, дизлайки. Спасибо за просмотр, здоровья вам и вашим близким. С вами был канал Прусский Шмурдяк, мы копатели Восточной Пруссии. Всем пока, а я домой.